Помнить значит жить и сохранять в памяти следующих поколений самое важное и ценное, что пришлось испытать. Помнить значит вновь и вновь возвращаться в прошлое. И прежде чем наш фестиваль проложит свой музыкальный и поэтический путь, мы предлагаем лишь на минутку заглянуть в 1983 год, когда бортом из Кабула в Ашхабад, а потом поездом дальнего следования возвращался домой в Россию профессиональный радист, разведчик, младший сержант Константин Волков. Пройдут десятилетия, и по-прежнему ему будет дорого боевое братство своего 781-го отдельного разведывательного батальона. А сегодня мы обращаемся к нему с просьбой благословить наш фестиваль. Встречайте, настоятель крестовоздвиженского храма села Дарна, отец Константин. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие друзья, очень приятно и тепло, что сегодня столько гостей, друзей, на другое не слово, и близких и родных собрался в этом зале. Я радуюсь их видеть. Конечно, хочется пожелать Василию Денисову и всем нашим близким родным, тех, кого нет сегодня здесь, на этой вечере, Царство Небесное, вечный покой, потому что они с нами, пускай на небе, но они видят, что мы собрались, и мы их любим и помним. Но всем участникам, всем гостям желаю искренне этой крепкой веры в Бога, крепкого здоровья, успеха в творчестве, хорошего, приятного вечера, чтобы то тепло, которое Господь нам дает всем, оно хранило всех вас на многие блага лета жизни во имя Отца и Сына и Святаго Духа. С праздником всех! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Спасибо, Христос! Спасибо, отец Константин.